Мы испугались сейчас того, что смерть стала реальностью. Мы ведь в мирное время живем так, как будто смерти никакой нет. Мы и устроить это в этой жизни хотим так, чтобы забыть о смерти, не думать о ней. А о чем не думать? О том, что мы все умрем? Ведь мы все умрем. Ты умрешь, я умру, все люди, вот кто сейчас есть и те, кто нас сейчас видит и слышит, они все умрут когда-то обязательно. Даже христиане, которые верят в торжество жизни над смертью, сейчас переживают кризис своего христианства, потому что и они тоже жили так, как будто им никогда не умирать. Что когда-то смерть и воскресение – это что-то такое там когда-то будет. Это вообще красивая идея, очень хорошая. Но это же связано со смертью. Ай-яй-яй. Что-то важнее, чем смерть, есть в моей жизни? Нет. Потому что человек создан для вечной жизни. И чтобы родиться в эту жизнь вечную, ему нужно пережить смерть своего тела. Смерть тела – это рождение в ту самую настоящую подлинную жизнь, для которой Бог человека задумал и создал. Тогда в чем проблема? Смерть – это для меня проблема, если я христианин?